Приветствую, все рыболовное братство. Сегодня я нечего было заняться. На улице холодно. И ни туда, ни сюда. То вот я решил переделать убийцу карася снасть. Вот. Я снастил их вместо одинарных крючков, поставил тройнички. Маленькие тройнички. Вот. А в качестве пенопласта я нацепил вот такую вот. Вот. Как утеплитель она идет, еще вот такая вот она мягкая, типа и спина, ну, как она, полиэтилен, короче, какой-то спенины, вот такими кусочками нарезаешь, идеально. Вот эта штука уже не слезет. Хотел твердый пенопласт поставить, но твердый пенопласт, он со временем темнеет, там попадает, ну, на руках грязь, и вот он темнеет, темнеет, то есть белый свет должен быть, это, ну, я уже проверил, не красный, не желтый, не зеленый, пенопласт должен быть белый, тогда рыбе, ну, легче его найти. Вот. Одинарные крючки у меня были в случае много раз, что багрится рыба, а уже на тройнички там уже, наверное, никто не уйдет, только я на сюда носа своего всунет, вот, и сразу же засекется, или в рот, или где-то там за губу. Ну и все, сейчас я вам продемонстрирую, как она ведет себя в этом. Сейчас я сблизка вам покажу. Так что вооружайтесь, подготавливайтесь. Сезон не за горами. Все, сейчас я камеру сюда поставлю, уже сблизка вам покажу. Удачи на рыбалке. Сезон скоро начинается.